Когда вас просят вот, в личной беседе, там, при первом знакомстве рассказать о себе, с чего вы начинаете? Как правило, я говорю, что меня зовут Мадина Бадрита, в кавычках Бадриева, так звучит на осетинском моя фамилия. Я художник-керамист. И я преподаватель. Если вот так вкратце и в общем. Какие первые вопросы после такого представления звучат от людей? Где можно посмотреть вашу работу? Вот, наверное, вот так. Где можно посмотреть ваши работы? У меня есть сайт. Он называется Мадина Бадриева. И есть страница в Инстаграме, где я тоже выкладываю работы. Не так часто, как хотелось бы, наверное. Но через Инстаграм тоже можно ознакомиться с тем, что я делаю. А если вот именно человеку хочется потрогать, пощупать, приобрести? Когда я жила в Санкт-Петербурге, было совсем, наверное, все просто. Есть два места, где мои работы представлены, и они продаются. Речь идет о Санкт-Петербурге и... Такое место есть в городе Владикавказ, называется «Вещи». Что касается Сухума, такого места, чтобы я где-то выставляла на продажу, его нет, кстати. Я об этом не думала. Хороший повод, да. Потому что все-таки, как оказалось, последнее время, это точно больше года, большую часть времени я провожу в Сухуме. Как-то жизнь так быстро очень двигается, что Питер, Сочи, Сухум. Когда-то мои работы были представлены в Италии. Я оказалась на юге Италии, я уехала на стажировку. Это второй курс. Я училась на втором курсе. Да. Италия – это центр керамики. Амалфитанское побережье. Очень похоже на наше побережье. Серпантин, маленькие такие города, куча фабрик. И все усыпано керамиками. И там, конечно, я... поняла, как работает керамика еще и в экстерьере, в архитектуре, как ее можно расписывать, как она декорирует пространство. И хочется, честно говоря, на нашем юге сделать что-то подобное, сделать таким культурным центром, например, город Сухум. И чтобы вот эти декорации, они были керамическими, которые очень аккуратно и очень так по-нашему, по-кавказски встраивались в архитектуру, в ландшафт и решали вот эту задачу декоративности, украшения нашего культурного кода и так далее, чтобы это было вот наше такое кавказское искусство. И Италия это для меня, Всевышний мне послал такой пример того, как это может быть. Они это хорошо проявили. Я представляю, какое эстетическое наслаждение вы получили, оказавшись там. Мы южный народ, мы вообще между собой очень похожи. Вот этот менталитет юга. Поэтому я там тоже, я себя ощущала как дома. Я стажировалась в нескольких мастерских, участвовала в симпозиумах. Получается, я один раз поехала и уже ездила туда каждый год на несколько месяцев.
Вот, это было уже частью моей жизни. Я занималась керамикой и участвовала в выставках. Дружу с художниками по сей день. И Италия для меня вот открылась как пример того, как керамика работает. Точно могу сказать, что рисовала я всегда. И до того, как я начала изучать искусство, я занималась танцами. Я танцевала в ансамбле «Эристон». А параллельно училась в школе. Вот. Когда я уже поступила в художественную школу, я поняла, что я хочу изучать искусство, искусство рисования, искусство живописи. И после 9 класса я забрала аттестат и поступила в педагогический колледж искусств. Отучилась там 4 года. И после, вслед за мечтой, я отправилась в Санкт-Петербург учиться в одной из лучших академий страны, и не только России. Это Мухинская академия художеств, которая сейчас называется Академия Штиглиц. Потому что основатель этой академии – барон Штиглиц. Вот. Так я попала в Санкт-Петербург в 19 лет. Как дальше складывалась ваша жизнь? Я с первого раза не поступила. Но я поступала на книжную графику, осталась, устроилась на работу. Я работала в академии на кафедре общей живописи методистом год. Готовилась. Днем и ночью готовилась, потому что те знания, которые я получила в колледже искусств, их было... Недостаточно? Недостаточно, мягко сказано. Да. Ну, это тоже говорит о характере. Вы не смогли поступить в первый год, но вы не выбросили эту идею из головы и не начали заниматься чем-то там, непонятно... Целенаправленно. Да, чем. А тут целенаправленный шли к своей мечте. Не было ничего, только это. Это я очень хорошо помню. Сложно было. Санкт-Петербург – это другой город, он большой. Мы жили с братом. Мой брат тогда учился в военной академии. И, ну, было очень сложно. Но благодаря тому, что мы есть друг у друга, мы... Он, я помню, он мне сказал, ты чего сюда приехала? Учиться. Вот и учись. Все остальное... Я решу. Мы переходили с одной квартиры на другую. Мы жили в питерской коммуналке. Все как полагается, в центре города. Разное было. Но я учебой предела. Я так хотела учиться. И вообще, если так подумать, я понимаю, что я выбрала именно этот путь получить хорошее образование. Я думаю, что... сказалось то, что родители всегда об этом говорили, и мама всегда говорила, что это очень важно. Учиться – это важно. Рада, что я выбрала факультет керамики. Это направление. Потому что, когда я приехала, было очень много направлений, о которых я вообще не знала. Я не знала, что есть графический дизайн, есть ландшафтный дизайн, есть дизайн мод. Такое изобилие. Я ходила и искала. И пришла вот на факультет керамики и стекла и поняла, что хочу поступать туда. Материал, да. Вот, да, материал, он сложный, он деликатный, но
В нем есть вот эта сила и преимущество этого материала в том, что это архаика. Это древнейший вид искусства. Это природный материал. И меня это как дает мне вот это вот осознание того, что работать с ним — это больше, чем. Ну, это как, понимаете, как будто ты в какой-то момент куда-то туда, в архаику. Вот так вот, как в море. Потом окунаешься, а потом выходишь из этого состояния. Это то, что в каждом человеке живет. Это древность. Можно ли сказать, что это наша история? Нет, это вот к другой категории относится. Вот это такая вот... Он, во-первых, природный. Угу. Во-вторых, он, этот материал очень пластичный. Он требует соблюдения технологий, соблюдения правил. Он требует знаний. Он требует изучения. Это целая наука. באנו לך מתחת לשמיים שניים כמו זוג עיניים יש לנו זמן Вообще мастерская там, где я. У меня всегда есть с собой все, что нужно для того, чтобы порисовать. В Питере у меня полноценная мастерская с гончарным кругом. В Сочи у меня полноценная мастерская с керамической печкой. И в Питере, и в Сочи у меня такая мастерская, несколько столов. За одним столом я занимаюсь графикой, за другим столом я занимаюсь керамикой, за третьим столом я занимаюсь живописью. В Осетии, так как это моя родина, да, там у меня всегда каждый год пленэр в Осетии. Я занимаюсь там живописью, как правило. А в Сухуми я пытаюсь все это совмещать. Помимо творческой деятельности, помимо заказов, которые я реализую, я еще и преподаю могу. И пятерка у Ильича. Эти работы тебе выделила. У вас однозначно богатый опыт, которым вы на сегодняшний день делитесь со своими студентами в Абхазском государственном университете. Хотелось бы узнать, как началась ваша история сотрудничества с нашим университетом? С чего все начиналось? Как вы решились на этот шаг? Зов сердца. По-другому это не объяснить. Чаще всего я поступаю в своей жизни так, как разум подсказывает. Люблю все обдумать, запланировать. А здесь чистой воды зов сердца. Мы с супругом и Сочи на выходные приезжали в Абхазию, как-то обосновались в Сухуми, изучали Сухум. И в какой-то момент я просто это озвучила вслух, что я хочу преподавать Вагу. Почему так произошло? Ну, первое, моя потребность отдавать, делиться знаниями. Второе, я осознаю свой вклад в развитие будущего. Я вношу свой вклад в развитие, в обучение страны. И третье, как-то так, мы всегда, когда собираемся на факультете, и часто говорим о том, что мои коллеги озвучивают то, что я как будто с ними
всегда. То есть я чувствую, что я на своем месте, обожаю наш факультет, обожаю своих коллег. И это вот эта энергия, которую я получаю, делясь своими знаниями, общаясь со своими коллегами, которые все вообще-то профессиональные художники, помимо того, что они педагоги. Вот эта вот энергия, она мне многое дает. באנו לך מתחת לשמיים. Чтобы глину превратить в керамику, нужны четыре природные стихии. Сама глина – это земля. Для того, чтобы глину приготовить, нужно добавить воду. Сделать некое изделие и потом высушить. Чтобы глину высушить, нужен воздух. И самая завершающая стадия – глину нужно обжечь. Это огонь. Вот. Поэтому без одной стихии глина не превратится в камень. Поэтому этим всем руководит природа, а художник, он, понимая, как это работает, зная технологию, доводит это до 100% состояния, когда происходит истекление материала. То есть от мягкого состояния она переходит в твердое состояние. Плюс появляется функциональность. Да. Глина, когда превращается в керамику, она в первую очередь становится сосудом для хранения воды, еды. Раз уж мы заговорили о функциональности, мне вот интересно, вам как художнику интереснее делать функциональные вещи или все-таки такие творческие для себя, условно говоря, там, интереснее кофейную пару слепить или же, я не знаю, какую-нибудь декоративный предмет, который просто будет красоваться, не знаю, на стене, в шкафу еще где-то. Мои работы, спасибо за вопрос, сейчас вам все расскажу. Мои работы как раз-таки, я вообще я такой человек, знаете, я люблю дисциплину и люблю последовательность. Видимо, работа с глиной меня этому научила. И я давно поняла, что мои работы будут и декоративные, и функциональные. Два в одном. И керамика дает вот эту возможность. Все изделия, которые несут утилитарный характер, чаши, блюда, они все используются в быту. Я когда выходила замуж, у нас в Осетии, я думаю, что в Абхазии все то же самое, приданное готовят, да? Я в дом к своему мужу зашла со своим сервизом, который я сделала своими руками. Он и украшает пространство, и абсолютно функционально. У нас нет ни одной чашки дома покупной. У меня муж категорически против. И у нас в машине есть две чашки. У нас всегда в машине есть термос, потому что мы ездим с одного города в другой и так далее. Мы пьем, он пьет только с моей чашки. Это очень удобно быть художником-керамистом еще вот. Точно. Я люблю создавать красоту так, как я это вижу. И опять-таки, эта профессия мне это позволяет делать. Поэтому я делаю функциональные вещи, которые еще и украшают пространство. Например, вот эта вот чаша,
что у меня был период, когда я работала с тюльпанами. Я их изучала, сделала такой вот фирменный стиль, покрывала белой глазурью изделия и рисовала синие тюльпаны. Потом стала развивать эту тему. Эта чаша, ее можно повесить на стену, а также ее можно поставить на стол и сложить в нее фрукты. Она будет работать и так, и так. Для меня это важно. Был период в моей жизни, когда я делала какие-то, знаете, интуитивные вещи. Это скорее, чтобы понять, как работает материал. Я делала их без особой задумки и делала, потому что я не могла не делать. Этот период завершился. Все, что я делаю, в этом есть идея и смысл в каждой работе. Казахский проект, если он реализуется, то это будет что-то наподобие парка Гуэли, который создал Гауди. Очень круто. Прототип в миниатюре. Я рисунки перевела в керамику, чтобы и самой посмотреть, как это будет в материале. Это и показать. Так называемый эскиз в керамике, керамический эскиз, который перерастет в нечто большее. Большое, да. Такой пробник. О чем эта история? О родовой клан. История о родовом клане. Есть определенный заказчик или да? Идея исходила? Нет, нет, это заказ. Есть заказчик, есть концепция. Еще один момент, когда это касается именно такой тематики, плюс истории, истории рода, это всегда объемная исследовательская работа. Да. Одно дело что-то увидеть и там или перерисовать, или еще, не знаю, разные подходы, другое дело что-то изучить и создать с нуля. В основе всего концепция. И вот в концепцию входит все, о чем вы сказали, изучение, понимание и вот этот текст, который уже можно переводить. Сколько времени на это ушло? 2 месяца. От начала до конца? Нет, от начала больше, наверное, 3 месяца. С самим материалом я уже работала достаточно быстро. Как раз вот разработка концепта. На это уходит много времени. А в материале я работаю уже быстро, я уже точно знаю, у меня есть рисунки, у меня все прорисовано. Я просто техническое это выполнение? Техническое выполнение. Я работаю с глиной, я живописец, я график, я иллюстрирую. Вот сейчас я проиллюстрировала методическое пособие. Самое время показать. По мифодизайну. Миф о дизайне. О чем эта история? Что это такое? Есть вот такие. Пожалуйста, поподробнее. Есть звучит такие очень интересно. Классные, красивые слова. Миф о дизайне. У каждого человека есть свой миф, он его проявляет. Мне передали тексты проявленного мифа, и я на основе этих текстов создала образы. И сделала их такими черно-белыми. Это вот этот миф называется «Всецелый и навсегда». Здесь, например, голос Бога. Вот это вот мой любимый Божий свет. Согревающий сосуд. Я нарисовала сосуд, в котором внутри есть огонь. И он согревает рядом стоящие сосуды. Ну, это видение художника, да. Верно же? А бывает же такое, что кто-то другой не согласен с вашим видением. Как вы вообще относитесь к критике?
Как вы относитесь к тому, что вот то, что делается вами, оно может кому-то не нравиться? Конечно. Слава Богу. Абсолютно позитивно. Об этом вообще не думаю. У меня есть мои учителя по жизни. И я спрашиваю. Я часто советуюсь со своими учителями в виде моей мамы, моей сестры, моего мужа, моего папы. И папа вообще часто тоже о многих вещах спрашивает. Поэтому у меня есть кого спросить, есть кому мне подсказать и направить. В этом смысле я счастливый человек. Часто ли вы остаетесь довольной результатом своих работ? Да, да. Я с такой любовью отношусь к тому, что у меня получается, то, что я делаю. Да. А когда вы недовольны результатом? Я переделываю. Все очень просто. Просто переделываю, если есть возможность. Если нет, то я обязательно учитываю то, что можно было бы еще. Слава Богу, потому что в этом есть рост. Работаю в графике, сейчас иллюстрирую книгу. Два очень крутых, гениальных человека пишут книгу. По сути, книга о жизни. Они описывают путь и как от одного состояния прийти к другому состоянию. И на основе их текста я рисую иллюстрации. Здесь присутствует текст. Скорее это делаю даже для себя, чтобы не запутаться. Вот. Книга о жизни. Сейчас это достаточно так выглядит, наверное, абстрактно, но когда иллюстрации будут уже книги вместе да, с текстом. С описанием, конечно, это будет совершенно другое. Во-первых, это уже другой материал. Это графика. Это книга. Книга гениальных людей. У меня есть такая возможность соприкоснуться с этим и взаимодействовать с этим. Это когда происходят в моей жизни такие вещи, я радуюсь, потому что это взаимодействие с миром напрямую. Ты берешь текст, переводишь его в символ, и текст и символ будет жить в книге. Книгу будут читать люди. И получается, это форма объединения и форма диалога такая прямая. Это, я очень рада, что у меня есть такой проект. Я экспериментировала с новой массой, это черный шамот, и мне захотелось сделать керамическое кольцо для фуршетов. То есть оно декоративное, но функциональное. И да, смысл в салфеточки или... Вот я это видела вот так вот, что ты вот приходишь на выставку, угу. Тебя не пластиковый стаканчик. Налил себе венца. Налил себе венца. Не пьешь с пластикового фужера. И ходишь, попиваешь. Классно. Это когда и декоративно, удобно. И функционально. Сейчас попробуем. По-моему, да. Отлично. Вы можете примерить на свой палец. С большим удовольствием. Налью себе водички. Сейчас мы вам покажем, как это.
Чаши называются кольца. За ваше здоровье. Удобно? Очень. Я жду вашей выставки и жду таких колечек, конечно, с шампанским. У меня было две персональные выставки в Санкт-Петербурге. Ну, они, да, были у вас в Санкт-Петербурге, в Абхазии, к сожалению. Пока. Пока. Пока не было выставки, но об этом тоже нужно думать. Думаю, просто гигантский объем необходим для выставки. Это надо на полгода закрыться. Да, и плюс ко всему, сейчас же тоже стали появляться интересные площадки. Да. Это не обязательно, чтобы там выставочный зал какой-то был. Тем более вы люди творческие, умеете как-то креативно подойти к этому вопросу. Это можно совместить еще с чем-то, я не знаю, с мастер-классом. Какие-то такие идеи всякие разные бывают. Поэтому тут есть где разгуляться, главное, чтобы вы созрели, так скажем. Это что же? Я считаю, что это очень здорово. Персональную выставку в Сухуми, наверное, это относится к категории мечты. Я с удовольствием. Сегодня вы активно занимаетесь творчеством, занимаетесь преподавательской деятельностью. Наверняка у вас есть какие-то и другие интересы, но больше всего меня, конечно же, интересуют ваши планы в творческом направлении. Когда нам ждать от вас выставки? У вас уже были персональные выставки, но они проводились в Санкт-Петербурге. В Абхазии такой выставки еще не было. Ну, конечно же, предвкушаем и, естественно, ждем. Ждем, может быть, даже больше, чем вы сами. Какие есть планы? В мечтах это есть. Но пока я вот не перевела это вот в цели, в задачи. Не задумывалась об этом так глубоко. Когда начнете задумываться? Ну вот ваш посыл, видимо, говорит о том, что пора. Но у нас, например, был кафедральный пленэр. И это было, наверное, месяц назад. Случилось мое первое участие в выставке с абхазскими художниками. Я думаю, что это вот капля в море. Это уже вот с чего-то уже я начала для того, чтобы вот этот пройти путь к персональной выставке. Потому что это персональная выставка – это серьезное дело. Вы, конечно, это назвали мечтой, но я позволю себе не согласиться с вами, потому что это все-таки цель, планы. Это что-то более... Может быть, легкое в какой-то даже степени, нежели что-то вот глобальное, о чем мы мечтаем. Вот раз уж мы заговорили о чем-то глобальном, мне хотелось бы узнать, о чем мечтает художник, керамист Мадина? Меня мой муж научил одной очень прагматичной вещи. Мечты переводить в задачи и решать задачи. Когда ты решаешь задачу, у тебя появляется новая мечта. Я мечтаю всегда мечтать. Таким образом, я решаю задачи и мечты. Я их просто меняю. Одна исполняется, и на горизонте уже появляется другая. Вот я мечтаю об этом. Я мечтаю о практичных вещах, как о доме с видом на море, дом-мастерской с видом на море, где я буду работать, воплощать все свои задумки, растить детей. Мечтаю быть свободной в своих мечтах, быть
Жить в радости, наверное. Какие-то такие вещи простые, понятные, чтобы у меня всегда я создавала себе условия для того, чтобы творить. У меня были эти условия, и хочу находиться всегда в творческом процессе, в создании, в реализации, в любви, в радости, в мире, в согласии сама с собой, в честности. Ну, какие-то... Здорово, здорово. Любви в конце-то концов. Здорово, правда. Я вам желаю, чтобы все ваши мечты сбывались обязательно, чтобы вы их часто переводили в цели, задачи и реализовывали. Очень просто.